сегодня у меня будильник прозвенел в 5 утра. На заводе я работаю 30 лет. Я всегда прихожу с хорошим настроением. Если я пришла на работу с хорошим настроением, то у меня хорошая продукция, хороший хлеб, вкусный хлеб. Вначале его садят, потом его растят, убирают, его сушат, мелят, и наконец-то он приходит к нам. Булка хлеба у меня на заготовке должна весить от килограмма кило 20. 8 тонн мы производим в смену. Кусочек своего сердца, своего труда ты отдаешь людям. Я очень горжусь своей работой, потому что я делаю утро своей страны добрым.